Всем-всем привет! Всем привет, наши друзья, наши подписчики! Продолжаем отдыхать в отеле Дельфин Делюкс, Турция. Все, сегодня у нас предпоследний день, и завтра мы улетаем домой. Что мы делаем сегодня? Сегодня у нас день сборов. Ну, как сборов, покидать вещи в чемодан, но это будет вечером. Вечером мы узнаем расписание, во сколько завтра летим. И что? Сегодня пятничный базар опять, который находится напротив отеля Дельфин Делюкс. Мы с вами пойдем и кое-что докупим, кое-что. Я хочу купить вот футболки, мама тоже футболки. Ну, в общем, по мелочам, разную мелочевочку. И будем уже, как говорится, дальше отдыхать на пляже. Сейчас мы идем с вами, как всегда, на завтрак. Посмотрим, сколько сегодня людей. Потому что вчера на ужине, на завтраке было огромное количество. Мы сейчас с вами все посмотрим. И потом, конечно же, пойдем на базар. А как иначе? Все время 8:20. Идем на завтрак. Заодно покажу вам, что и как. Завтрак у нас с 7 до 10. На завтраке сегодня более-менее спокойно, столов свободных очень много, практически все столы свободные и никаких очередей. Ну так, 1-2, 1-2, это нормально. Так, все хорошо. На улице получше кушать, все потеплее. Ну вот, я хочу вам показать блинчики, все. Никаких очередей на завтраке нет. Так, оладушки. Как всегда, вот эти блинчики, каждый день я здесь кушала вот такие блинчики. Свежевыжатый сок, как всегда. Ну и вот, смотрите. Не, спокойно, очередей нет. Булочки на завтрак. Вот такие, это просто как хлеб. Пойдем посмотрим сюда. На завтрак у нас есть суп из тарханы. И вот огромное количество булочек. Какие хочешь, выбирай. Вот, вот. И сыры. Все, как всегда, я вам миллион раз показывала. Люблю тут вот эти пасты, нравятся, конечно. Ладно. Выбираем, что мы сегодня будем, как говорится, пробовать. Завтрак вот такая мешанинка. Хочу попробовать виноград вкусный. У нас мята. Ну, естественно, сок апельсиновый. А где мои? И самое главное, вот такие вот блинчики. Ну и нет очередей на завтрак. Отлично. Может быть, просто еще все спят. В общем, все хорошо у нас тут. Вышли мы из ресторана. Девушка, видите, в кондитерскую везет огромное количество сладостей. А мы сейчас зайдем на пляж, на пирс. Попробуем занять нам места и сходить на рынок. Ну, наверное, это уже бесполезно. Сейчас посмотрим. Ой, как мы с удовольствием любим вот эту вот наша такая дорожка на пляж, когда идем. Мы будем скучать. Мы будем очень скучать. Не, на самом деле, друзья, ну, скучать уже, наверное, не будем, потому что, ну, 14 ночей, да. Это вообще за глаза. Мы раньше вообще ездили 10, потом стало маловато 12, сейчас уже 14. Да. Ну, вот больше и нам бы уже и не надо. Да. Все, самая норма. Отдохнули, докупались. У меня аж вода из ушей, наверное, льется от того, сколько я купаюсь, что-то тут. А, подкрашивает. А мы вон там пройдем. Ничего страшного, ты видишь, там в классике. Все ремонтируют, все чистят. Молодцы, всегда идеальная чистота. Идешь, никогда ни соринки, ни пылинки. Очень такая чистота. Что говорить? Мама тоже говорит, очень понравился Дельфин. Но мы еще, конечно, потом расскажем вам уже более подробно. Дома обо всем с вами поговорим. Как говорится, в кругу семьи соберемся на трансляции. Вы зададите вопросы, я спокойненько отвечу. Вот, идем на пляж. А вон везде одеяло, желтые везде, натянуты полотенца. Ну, надеюсь, что будет. Потому что Ванечка тоже любит с пирса прыгать. Ну, хотя я вижу, что... Здесь-то, пожалуйста, лежи, хоть облежись. А вот на пирсе самые вакантные места у нас. Снимать нужно с утреца. А мы-то идем уже поздновато, товарищи. 9 часов. Почему? Там мы позже приходили. Ну, давай посмотрим. Ура, лежаки есть, наверное. Да. Вижу два свободных. С этой стороны. С какой? Давай на эту сторону, да? Здесь интереснее. Или давай. Как?
Или он на ту сторону, где вчера? Или на ту сторону, вон, смотри, сколько их. Давай. О, как раз 4. Ну что, на эту сторону? Ну, не знаю. Вот здесь. Смотри, сколько свободных. О, свободных огромное количество. Здесь, давай. Друзья, как всегда, пятничный рынок. Вот прямо напротив нашего отеля. Сейчас по переходу перейдем и будем на рынке. Давай, с самого начала. Вот эти, мне кажется, они плотные слишком. А, вот эти? Здравствуйте. Нет, это такие, красивые. Здравствуйте. А, вот такие тоже, да? Ну вот, я мягенькие. Помочь надо, что на рынке. Сколько такие стоят тапочки? Доллар или евро? Ну, в долларах. Доллара. $9. $5. Ага, ну мы посмотрим пока. Кто больше? Кто больше? Стильная, давай спросим, семейная. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Скажите, пожалуйста, есть у вас семейный комплект? Есть семейный, вот такой семейный. Сколько стоит? Первый шанс 30, давай. $30? Это два пододеяльника? Два пододеяльника, один простым, два наволочка. А получше качество семейное есть? Сто клопа, хорошо качество. За сколько уступите? 25, давай, первое. За 20. Первое 25. За 20, первое. Какой вам выбирать цвет? Слушай, какая? Ну возьми семейный, ты же хотела. Господи, получше чемодан. Это все семейный, мадам, вот. Там одна простыня, два пододеяльника, полуторка. Один простынь, два наволочка. А вот такие сколько стоят, пока мама выбирает? Это одно большое. А сколько стоят вот эти? Это 25. Это, посмотрите еще. Это вот. Все семейные, видите? Все, вот это, мадам, ба. Два вот. Да. Один вот, два вот. Выбирай себе цвет. Цвет басмата, говорю. Да. Какой ты скажи, он тебе покажет цвет примерно хочешь. Давай. Смотри, 18. Мам, пройдем, пройдемся, еще будут цвета. Купили за 15, мне вообще кажется, за 10 можно. А вот такие с отворотом. Да не, я не буду брать. Пошли тогда. Для лета, как-то сказать. Угу. О, смотри, какие мам тоже. Сколько такие стоят, интересно? А в какую цену вот эти? Сколько? 20-25. Ага. 7 штук, 10 евро. Смотри, мягкие, как тогда. Это, мам, не то немножко. Это не то. Видимо, не видя, мужские разные и женские тоже. Две штуки, 10 евро. Пуховики зимние. О, это торговаться, мне кажется, тоже недорого. Сейчас я спрошу примерно. А сколько вот такой пуховик мужской? Сколько стоит? В долларах. Сейчас просто для интереса с Юрой покупали. Сколько вот такой пуховичок? Сколько стоит? Сколько стоит? Да, не снимайте. 12. Да, сколько? 12. Сколько? По-английски скажите. А, 90, да? О, поняла. Спасибо, мы подумаем. Сколько? Сейчас посмотрим. Поняла? 90. Значит, за реально за 60 можно купить. За 60. А вот тут так сам нету. Смотри. А. Нет, вот. А, ну вот они. Вот такие были. Я весь дубальник проходила. Мягкие. Сколько стоят босоножки? 15 евро. Кожа вот такие. Адрес 15 евро. Короче, 10 долларов отдаете? 10 нету. 15 евро. Все. И 18 долларов. Хорошо. Кожа. Ладно, у нас такие были. Ну ты бачи. Я знаю. По 10. Итак, мы две пары бы взяли. 10 нету. Ладно. Вот еще постельная. Смотри, цвета какие. Здравствуйте, у вас есть? Здравствуйте, у вас есть семейные комплекты? Есть. И сколько стоят, и как выглядят?
качество тоже будет. Есть вот такой. Разные цвета много. А сколько стоит? $60 можно первый контент. Ого, 60. Этот сатин делюкс еще дороже. Нам семейный надо. Семейный. А сатин делюкс семейный сколько стоит? У тебя мокро уже. 85. Нет. Это дорого. Сатин 70. Покажите поближе его. Вот, пожалуйста. Ну, один, нам не видно же. Ну, хоть какой-нибудь покажите. Во. Вот, мам. Ну-ка, попробуй сменить. Ой, ну это хорошее. Лучше качество. Сколько последняя цена? Девушка, 55. Мы купили только что за сколько? За 45? Да. Сколько? Разная фирма или не сатин? Хлопок? Нет, мы в хороший магазин купили. Фиксированные цены. Сколько штук надо? Да один нам надо, домой. А это, давай 50. А это шелковистые, вот видите. Это шелковистые сатин делюкс. Это шелковистые, вот это вот. Можно 45-й. А это тоже шелковистые, да? Нет. Шелковистые другие. Ну-ка, шелковистые. Это вот покажи. Это вот такой же качество, девочка. А, такой же. Угу. А какой цвет есть? Так, мама, смотрите, как в автобус выбирать. А? Ты скажи, какой цвет он тебе подберет, мама. Так сейчас, подожди, я же там, смотрю. Сюда, девушка, сюда. Цвет. Ага. Зеленый надо? А, сюда. Нет, не зеленый. Голубой? Это двойной написано или что? Семейный, два пододеялка. Да? Еще вот такой. Угу. Как хочешь. Это пододеяльник будет с такими розочками или да? Как? Пододеяльник. Ага. Ну, тоже красивый. Этот еще хороший, я думаю. Пожалуйста, такой блин. Смотри. Этот с этими, наверное. Да? Как ткань? Угу. Сатин. Ткань нормальная. Лучшее качество, девушка. Угу. Фирма Фортю, самый хороший фирма. Короче, мама взяла. Тебе не надо, девушки? Не знаю, сейчас, если деньги останутся. Лена на воре. А вот такие, это плед, да? Такой, вот. Этот покрывал. Сколько стоит покрывало? А такой покрывало есть? Нет, вафельный есть. Давай. Или вон там же карт есть покрывало. Вот такой мама берет. Ага. Оксаночка, давай мой кошелек. Ой, хожу, я доставай. Я потом Оксаночка еще себе. Оксаночка еще себе возьми. Давай еще. Давай. Давай еще Оксаночка себе возьми. Оксаночки есть. А сколько вот такое покрывало стоит? 95. Это для зрителей. Для лица сколько стоит маленькие? Есть по 7, есть по 6. Ну это не очень. Мы найдем красивый. Лена. Ладно. Красивый. Спасибо. Она еще походит сейчас. Мы еще. 60, хорошо. На лучке есть еще. Пошли 60 беру. А вот такой сколько набор полотенчиков? Ну, это кухня, да? Это маленькие. Надо для лица такие же. Я хочу или Саршана вам купить это полотенце для лица. Спасибо, друг. Мы еще, может, вернемся. Пока. Ага. Вот здесь мы брали. Глазки вот эти красивые купить. Это к Саршанову, если поедем. А сколько стоит? 35 лир. А вот это? 20. 20 лир? Ой, 200 рублей, ну. Это сколько в долларах? 2,5. Доллара? 2,5. Ничего себе. Это дорого. Это... 4 доллара было. 4 доллара было. 20 лир, 200 рублей. А, какой я был? Видишь, мы футболки с тобой смотрели. Нам ну, понравилось. Да? А, вот, кстати, скатерти тоже здесь есть. А, вот скатерти, мам, пойдем посмотрим. Какая, допустим? Давайте. Нет, Оксана, мне, дочка, необходимости пока нет. Ну все, тогда пойдем. Да. Ну, скатерти красивые. У меня есть. А здесь, что ли, да? Не, дальше, по-моему. Это туники. Мы здесь покупали. Кстати, дорого купили, можно было дешевле. Мыло. А. Ну и помери. Да не мери так, возьми. Это уже здоровый. Ой, здоровый, да. 12,2. Пашки. А в какой цене рубашечки? $10, $15, ага. Ну, в общем, от 10 до 15, до 18. Это очень здоровые, да? Ну, да. Нормал? Почему? Большой. Маленький. Тебе? Нормал, да. Короткий. Мама, это не мужские вообще? А это мужские? Мужские, да. Такой мужский.
Какой женский? А, ну может быть, да, женский. А по девочка? Да, не унисекс. Я мужский. Какой девиз? Короткий девиз. Мы не здесь брали. Оксан, я тебя люблю. Мы написано было за 2 за 10 евро. Вот такие мы видели. Это не такой там. Да, не такие, не такие. Это не такое, хуже качество. Хуже качество. Хорошо качество. Так уже не чесноку будет. Может, мы перешли на другой ящик? Или на этом? На этом было. А вот, наверное, или здесь? Здесь тоже. Десять это самое. Сейчас посмотрю. Две штуки 10 евро. Ага. Так, ну смотрите. Нет, такие что ли? Нет, нет, там толстые. Вот это знак какой-то. Вот здесь вам брали. Да, да, да. Сейчас я у него выберу. Вот. Мам, как тебе вот этот цвет? Ничего? Сейчас, или Юрий, какой же ему взять? Посветлее или потемнее на работу? На работу? Да. Конечно, потемнее. Если на работу. Ну, не на работу, и так. Так, где? Белые. А, ну, больше. Угу. Хорошего качества нам понадобится. 30 цели брали. Так, возьму такую для Юры. Сейчас он мне откроет ее. И беленькую для Вовы. Вот такую для Вовы, наверное, светленькую возьму. Такую. Юрий, да. Нормально. А небольшая? Нет. У него нет 2XL. Вот это нормально будет, Оксана. Она, во-первых, подсядет. И Юра же, это ж не Вовка. Плечи сухие есть у него. Нормально. Так, босоножки. Сколько стоят босоножки? Вот такие. 25 долларов. Ходим. Не-не, а еще какие? Такой есть, шикарного, такой есть. Нет, такие не очень, такие, да? Такие. А сколько стоят такие? Какие надо вам? Вот такие, вот сколько стоят? Ну это большие. В долларах. Доллара 4 доллара мы нашим. Нет, нам... Мыло 180 рублей, слышишь? Давай, мама, обувь еще купим, мы хотели. И будем отсюда выдвигаться. Шарфики, а, вот шарфиков сколько много. За сколько Лена взяла? За 12. За 12. Он лучше так. А, ничего. Красиво, да? Смотрится. Тоненький. Вот я хочу тоненький, мне толстые-то не нужны. А это тоненький-то. А сколько стоит тоненький шарфик? Вот такой. Да, 8 долларов. А это они же, да? А мне что-нибудь с белым есть? Белые? Да, вот такой только с беленьким. Белые. Какие средства? А, просто чисто белые. А, нет. Ну, зачем тебе чисто белый? А мне кажется, красивый. Под любую куртку. Смотри, какой. Шок. Видишь, они написаны 1 евро. 10 штук, 5 долларов. А, 5 евро, 6 долларов. Оксана, да мне надо посолиднее, чтобы глаз этот был. А, большой ты хочешь? Ну, так? Да, побольше. Ну вот. С часами вообще. Вот такие посолиднее, побольше. Но это простые, надо покрасивее что-нибудь, да, выбрать. Вот бывает сейчас. Я знаю, сейчас пойдем, сейчас обращаем внимание. Алло. Это мужские, да? Да. Да. Женские. Мужские. Мужские? Женские надо. Женские надо. Женские. Да нет, кажется, мужские. Сейчас тебе покажут. Это женские, да? Да, это. Покажите женские. Это же мужчины. Нет, наверное, он сейчас покажет тебе. И сколько стоит? А, да, вот это. Карманы маленькие. Сколько стоит? Сколько женские стоит? Какой размер уже? 2XL. 2XL. Слушай, ну хорошие, мне кажется, мам. Ну просто выбрать по качеству. Все зависит от цены. Нет, я удлиненные не люблю, понимаешь, в чем дело? Они вот не будут удлиненные это. Они не будут удлиненные. Нет, их надо померить. Это маленькие, это самое. Во, помери. А сколько стоит? How much? Сколько стоит? $1 million. $1 million у нас нет. Может, нам не мерить тогда? Давай. Сколько стоит?
Да мне людям сказать, сколько стоит вообще. Людям сказать, сколько стоит. Не говорит. $10, да? Ты скажи, сколько примерно стоит, чтобы знали, сколько такие джинсы стоят на рынке. 28 я буду 20. Короче, 15, ага. Ну-ка, зеркало есть. Ну что, симпатия. Тут что, хорошего качества они, белые. Ничего. Нормально. Нет, а, мам, не маленькие они тебе? Нет. Мне кажется, побольше. Цену примерно джинсы, женские и мужские. В какую цену? Цена какая примерно? Уважаем, от $20. От $20, угу. Торг уместен. Угу. Это все катон у вас 100%? Да, из Стамбула. Все из Стамбула. И здесь, да, тоже все за... Да. Все, я вообще из Стамбула. А мы были в Бурсе. Бурса? Да. А ты где живешь? Бурса, я не знаю, я в Манавгате живу. А ты в Манавгате живешь? А Бурса это около Стамбула. Да, Бурса, Стамбул, Измир. Непрорезанные, Оксан. Угу. Да мы уже купили. Вот так шляпа. А почем шляпы вот такие? Вот, на, вот, вот этот нарисован, мужик на коне. Вот эти белые, сколько стоят? Или? US Polo. Polo. Это $8, 8. А, $8. Да. А-а-а. Сами размеры. Все, это... я вижу, ага. А вот такие цветные? Говорят, такие модельные, салон помощников. Ага. Сколько такие, тоже 8? Нет, это 12, это 13. У нас 8, ага. Это 10. Чуть-чуть разная калите, калите. Шляпа. Коллекция есть, разная. Шляпа. Ладно. Так, ладно. Отдаст маме шорты за 20 лет. Привет. Мама. Или говорит, беру или не беру. Ой, какие шортики. Юбочки какие. Раньше были модные. Вот тоже. Народу много. Мы тогда вечером были, а сейчас по мне. Это чи мыло мирова смотрим. Алло. Специи. $2 О, вот сейчас этой футболки 3 евро. 3 евро. Платье 3 евро. 3 евро, 3 евро. Вся мокрая. Тоже туники. Так, давай. Сейчас я хочу посмотреть трусы. 10 штук, 10 евро. Здравствуйте. Мне кажется, они, мам, слабая резинка у всех. А, просто белый, 10 евро. С высокой посадкой. Это сколько? 7 штук? Нет, 7 штук, 10 евро. 7 штук. 7 штук, а это мужские. Нет, это женские тоже. Нет, мужские. 7 штук, 10 евро. Папа, покрасивше были. А, ну да. Привет. А, да, с этими. Да, привет. Агиля. Хорошо, спасибо. Да, нет. Так, вот здесь, смотри, значки красивые есть. Смотри. Здравствуйте. Здравствуйте. А сколько стоят тарелочки, Алания? Ты значки смотри. В долларах. $10. А, $10. $4, $8, $10. Ага. Так. Типа такого ты хочешь, вот, нет? Это с какой-то да. С цепью. Ну да, вот. На подарок, да? Угу. Красивый подарок. Сколько стоит? Вот, с часами. Да? Зачем нам с часами? А это сколько стоит? $10 это. Давай. Вот, давай, не 6, не 10. Давай, 6.
Мало? Мало? Не, мам, вот совсем. А эти маленькие почем? Доллара, $1. А, $1? Да. Ваня, Лена уже там купила что-то ему. А, вот. Не, это какие-то совы уже. Одинаковые, нету, девочка, я. Это? Ну-ка, посмотри, тут нету. Да, нету, девочка. Это? Не, нету. И как, под ульмером на цене. Я с этими не хочу. Вот она, вот она. Это есть, это. Ну, давай. Просто показываю. Красивые тоже магнитики. А сколько такие магнитики стоят? $4, да. $4. Это металлички самые. Ну что, Оксан, еще что надо? Ну давай еще, вот я хотела себе купить. Ну не знаю, давай еще просто посмотрим и все. Вот здесь должно быть, мам, иди. Нет, не здесь, но здесь тоже должно быть. Ты выбирай, смотри. А, я вот такие покупала, по-моему. Только маленькая коробка. Поменьше коробочка есть? Не, не такие, нарезанные бы. А, ну это тоже нормально. А, сколько стоит? $4. Мы за 3 покупали у вас. За 3 у вас покупали. Да. 3,10, мам. 3,10. Так это получается 3,9. 10. Вот, папа. 9, 9, 3. Не-не-не, мы у вас покупали в ту пятницу. А есть мед в сотах? Мед? Мед в сотах. Индир. Блин, нет. Индир вкусно? Нет. Нет, мне это две. Специи. Мыло. А мыло сколько стоит? Три мыла сколько? Три мыла $5. Одна, два доллара, три, пять долларов. Коробку надо, коробку дешевле. Мам, тебе нужно за 5? Не, я не повезу. Не-не-не, спасибо. Не, спасибо. Нет-нет-нет, спасибо. $7, инжир. Не надо, нет-нет-нет, спасибо. Что-то качество такого. Да. Не очень. Надо взять хотя бы одно. Ну, хочется красивое. Это не нравится. Дай мне в руки свой пакет, пожалуйста. Не надо, не надо. Так, ну тут махровых нету, сын. Тут и нету. Какие салфетки красивые, а? Кружевные. Так, постель отлично маме купили. Просто шикарно, да, мам? Да. Тоненький хочу белый шарфик. Специи, кофе, конфеты. Все, что ваша желает душа. Платья такие удлиненные. Чай, специи. А вот чай Атом я... Не, спасибо большое, нет. Не-не, спасибо, не-не-не. Вот они, может быть, смотри. Какие там. Детской одежды. Плачется. Шорт. Ремней. Я здесь, ремни. Ремни. Мам, пойдем вот сюда, вот, пойдем внутрь, зайдем. Мы все ходим вокруг, а через внутрь. Давай повнесу твою сумку, давай. Да не надо, не надо. Туники. Народ покупает. Размер есть 46, 47, ага. 48, 49. Такие мягенькие. Большой размер, маленький размер есть. Мама, ты выбрала? Не выбрала. Да. Давай выбираем полотенце и пойдем купаться.
Все не купишь, мам. И знаешь, по мелочевке деньги все уходят. Мелочевка, мелочевка, оно там 5 долларов, там 10. Вот тут еще шарфики, посмотри. А тебе не надо? Модель. Мадам, посмотри. Да не. У Ленки турецкой такой. Вот такой вот? Угу. А есть еще свет. Сколько стоит? Какой? Ну, тоненький. Вот такой вот, например. Нет, или серенький вот. Серенький какой? Вот, смотри, вон. Вот это? Такой? А, вот это? Кашемир, да. Шелковый, мадам, это? Сколько стоит? Подожди. Ну, лучше белый, наверное. Кашемир тоже. Кашемир шелковый. Тоже красивый. А такой же, только белый. Два стронных. А, он такой, толстый такой. Тоже. Два это стронных. Толстый, толстый, нет. А сколько стоит? Тонкий есть, тонкий. А такой сколько стоит? 13 долларов. А вот это не тоненький белый? Тоненький белый. Ну, это шелковистый, я тебе говорю. Угу. Красную куртку, может быть, под нее что-то выбрать? Кашемир, мадам, пашмина, кашемир. Два стронных. Один такой, ага, очень, ага, дорогой, ну, конечно, один такой, ну, очень дорогой. Да, такой же, да. Такой. Кашемир. Тоненький, да, тоже? Нет, толстый, толстый. Пашмина, кашемир, вот такие. Угу. Нет, ну я не вижу, конечно, здесь тебя. Да, да, посмотри. Посмотри, да. Кашемир, вот такой же. Супер качество, посмотри. Нет, качество-то нормально. Супер качество. Два модели. Вот такие, еще другой. Вот такие. О, красивые. Два шарфа. Тоненькие. Два шарфа. А тоненькие вот такие, мадам. А, тоненькие, да, материал. Нет. Тоненькие. А мы это, если зима. Зима есть. Если зима есть у вас? Да. Мадам, Россия холодная. А это вот это все то же самое, да? То же самое. То же самое, да? Кашемир. А покажи вот этот светленький еще. Какой? А вот беленький, все, мне на белый. Да, черный белый. О, может, у меня черный. А такой черный. Сколько стоит? 15 долларов. Ну а для чего тебе? Она очень классная. Посмотри, какая. Старушечи. 30 шелковый. Мама, у нас модно, а у меня старушечи. 30 шелковый. Ага. Это вот эти мне... поприятнее качество. Это... Угу. Сам красный под этот. Угу. Под куртку, да? Под новую. Да, под... И под белую, да. Супер. Ты у нас супер. Мадам, ты у нас вообще супер. Да. 38 размер. Она 40-й есть? Нет, 39-й, наверное. И сколько стоит? 25, пожалуйста. 39 есть. И 40 есть? 40 покажи. 41 есть. Нет, а 40 нет. А 40, может, они маломер. 25. Они, конечно, очень классные. В том плане, что они как пушинка. Стираю, мы уже брали, стираю все вот эти. Пятки. Ну, на сезон на два хватит. Это есть. Ими такие 40-й такие. Не, мне такие не нравятся. А вот такие сколько стоят? Потому что я за 10 такие покупала. Скажите, пожалуйста, вот такие сколько стоят? Доля 25 долларов. А я за 10 покупала. Это у меня есть такие, за 10 покупала. Вот цены. Не, просто дорого. Фирма хорошо. Вот это Mercedes фирма. Мы такие брали, хватает на один сезон. Один сезон, вот нормально. За сколько мы это, Лена, покупала? О, я не помню. За 7 долларов, наверное. Это вам Деликс, лучшее качество. 40, наверное. Вот смотри, что у меня есть. Так, это 5, 6, 7. Давай. Друзья, вещи покидали в номер, уже были в купальниках.
на базаре и пришли, конечно, на море. Сейчас 35 минут плавали, охлаждались. Очень жарко. Хорошо, что у нас базар находится прямо напротив отеля «Дельфин Делюкс». Купили последние мелочи. Мама купила тоже себе семейный комплект постельного белья. Это два пододеяльника, одна большая простынь. За него заплатила $40, вы видели. Купила она себе вот эти тапочки мягкие за $20. В них она и поедет, они мягкая кожа. Но они, естественно, быстро растягиваются и хватает буквально на 1-2 сезона. Ну и цена у них $20, но это хорошая, мягенькая кожа. Кто покупал, тот знает. Что еще купили? Купили глазки себе новые по $8. В принципе, и купили вот по как шарфики, палантин шарфик. Вот, мама купила за 10, я купила чисто белый, тоненький, мне нужно было под черную джинсовку за $5. Ну и что, больше такого особо ничего. Там люди... футболки вы видели, две купила Юры, одну купила Вове. Вот, ну они, понятно, что реплики, ну такие беленькие, свеженькие, господи, поносят, надоест. Они стоят по $6 каждая футболка, ну по 500 рублей где-то получается так. Ну, я отдала, у меня лиры последним было, я отдала 150 лир, это 1500 рублей. Вот так, наверное. Вот. И что еще? Ну, народу много вы видели на рынке было. Кто сладости, то... Ну, вот мыло три куска тоже $5. Сладость, ну, как бы нормальные цены для тех, кто уже хочет купить такие последние приготовления в поездку. Полотенце мама купила красивое. Представляете, за 7, ну, такое банное. За $7 не отдал, отдал его за $10. $10 и все. Такие мы видели в магазине, 660 лир было, 600 рублей. Но здесь получилось 750. Вот 150 рублей за полотенце, наверное, переплатили. Опять же, какого качества? Там были тоже и по 70 лир видела. Но мама взяла на подарки. Они с папой собираются ехать к друзьям в Выборг. И вот, в общем, мама там подготовила на подарки полотенце. И вот, ну, там еще какие-то мелочи накупила. Вот, а сейчас мы с вами на пляже. И, как всегда, будем находиться сегодня дальше на территории отеля «Дельфин Делюкс», потому что это потрясающий отель. Здесь нам очень нравится. Все ныряют. У нас вот этот бомба из Румынии. В общем, всех заводит тут. Всех, все ныряют под его руководством. О, всех руководит. С этой стороны. О. Заводила, да-да-да. Молодцы. Еще раз прогуляемся по территории. Так, 11:46, температура 33 градуса. Как это? Я сейчас возьму себе турецкий кофе и мороженое. Туркиш кофе есть? Да. А, в слип-бары, да? А есть тогда капучино? Один. Один. А. Идет акваэробика в бассейне. Но мы не участвуем под таким палящим солнцем. Но я приеду, мы, как всегда, с вами возобновим занятия в Грин-Сити. Они мне уже отписались, обзвонились, так что нужно будет все это дело наверстывать. Пиво холодненькое, Фес. А пиво не хочешь? Сейчас приедем за деньги. Слышишь, за деньги это не, да. Я не хочу пива. Это просто вот, ну, попить хотелось. Что-то не друзья, сколько людей уже? Вот, вы столько не видели людей, то все приехали. Что, друзья, наступило время обеда. Лена идет в снэк-бар. Мы с мамой идем в главный ресторан. Ванечка идет с нами. Фу. Сейчас пообедаем и потом, конечно же, снова сюда на пирс, потому что сегодня уже все. Завтра мы уезжаем. Ну, у нас еще, если не перенесут вылет, будет возможность утром позагорать и покупаться. Посмотрим. Так, какие цветочки. Смотри, мама, тоже высокие, да? Бархатцы высокие. Как у тебя на даче. Угу. Люблю проходить мимо бассейна. О, кстати, видите, молодежь там плавает. Ребятки. Вышел из игровой комнаты. И сразу... Ой, мама, у нас построили в 14-м. Говорят, необыкновенный будет. Традиции перед обедом. Мы пьем сок, как всегда. Киви, молоко с бананами вкусно. Так, где наш товарищ? Какой будете сок? Сейчас подойдет. Ну, я вас догоню, идите. Откроешь мне, Ванечка, ладно? Все, друзья, добрались до нашего номера. Где тут свет получше.
мокрые, довольные, счастливые. Попили сока. И сейчас переодеваемся, ну, в смысле, освежаемся, принимаем душ и идем на обед. Но вам, друзья, как всегда, большое спасибо за то, что вы со мной, за то, что смотрите наше видео. Впереди у нас еще будет ужин, вечерняя анимация. Все будет как всегда. Все, люблю, целую, до новых встреч. Пока.